просто она приведена безупречно, правильно, красиво, прямо по учебнику. Просто можно это брать и учебник вставлять. И она, как бы проведенная в реалиях современной, в 21 веке, несомненно, войдет в учебники ведущих академий военных мира и так далее. То есть Украина пишет военную историю, вот я это буду изучать в школе офицерско-израильской или в Вест-Пойнте в США. Это сейчас не лезть украинцам и не какие-то вот такие вот, а это просто факт. Это факт, потому что она приведена безупречно. Фактически, ну, мало, есть какие-то маленькие такие эти, но это ошибки, но это они крошечные. Наступление — это один из самых сложных видов боя, и провести его в таком масштабе, вот, 50 км в глубину, 100 км в ширину, разгром, потеря техники, бегство, два котла, три дня, вот, это, да, это как бы мое уважение, снимать шляпу, как это называется. Что-то за...